Так, ну давайте эту игру по-бырому пройдем. Блин, какое же тут управление, это вообще жесть. Ну я вроде спидраню, Ну а? О, да блин, я спидранер. Don't worry, I'll save your progress always. Да. А чё ж ты не сохранил, блин? Я в Таиланде дальше прошёл. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. Что происходит? Что происходит, сука? Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. And a lot of people never got past it. Почему он сам двигает молоток, куда ему вздумается, а? Почему он так делает? Здорово, как игра. Отлично, только заебал уже этот чел, блин, иди нахер. Да не, ну он заколебал, чуваки, бля, это знаете, когда прикол выходит из-под контроля. Ну попиздел ты минуту, ну две. Ну ты чё, сука, ну заткнись-то уже, ну. Ну почему он это делает-то бесконечно-то, блин? Это вообще не прикольно. Смотри, он до сих пор что-то говорит, вы прикиньте. Он до сих пор что-то говорит, представляете? Прикиньте, я бы его не отключил, ну его нахер. Так, что происходит? Подождите, блядь, я... Может, с FPS-ами что-то? Вы вообще видите, что происходит? Я же сейчас просто банально просто проехался, даже ничего не нажимая. Может, у меня настройки какие-то? Я сейчас просто проехался вниз, ничего не делая. Вот, смотрите, я цепляюсь. Я веду мышкой спокойно. Я не прыгаю, я никуда не прыгаю. Спокойно веду мышкой. Так, ладно, тут нормально было. Ну ты сраный козел, блин. Ну зачем ты вниз-то падаешь? Ну нам же наверх. Блин, это физика как-то объясняется, что я лечу назад? Или это нас обманывает? Так, спокойно. А, можно вот так вот раз и лететь в другую сторону. О, блин, почему я вот здесь вот так не делаю, чтобы наверх залететь? Ну-ка, погодите. Может, поспидраним эту игру даже? Блин, вот как они тут, блин, как они тут прям дотягиваются, интересно. Так, спокойно, спокойно. Хоп! Спокойно. А, почему вверх-то летит эта тварюка? Блин, вот этот прыжок, блин, а. Так. Блин, а тут я забыл. Что-то я вообще не помню, как я тут. Наверное. Или... Нет, вот отсюда, наверное. Ну, блядь, что происходит? Давай, давай! Бля, какое неконтролируемое... Действо. Кекс чел пошел эту игру за одну минуту. Блин, я рад за него. Я даже бы сказал, я очень счастлив. Вот бы этот чел был моим сыном. О, нихера. Ну слушайте, в прошлый раз до этого места я дольше доходил, поэтому хорошо. Да ну почему ты не зацепился, та тварь-то такая-то, а? Да хули ты рычишь на меня, просто зацепись. Слушай, я быстро до сюда дошел на самом деле. То есть как бы... Как бы не раздражало управление, но все равно как бы раз опыт есть, как будто уже здесь ближе гораздо. Так, ребят, а как вот тут я должен залезть? Вот это вопрос. Что? Куда? Блях! Что произошло? Он сам оттолкнулся, честно слово. Так, ну ладно, оттуда мы быстро доберемся. Главное, ать, с первого раза. Оп, оп, оп. Да подожди, подожди. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно, спокойно. Так, ладно. Блин, эту игру мы спидраним, ребят. Сейчас мы пройдем ее быстренько и потом минут за 5 закрепим спидран. Ну, мышка не... Ну, блядь. Я просто камеру хочу поставить вам на мышку. Я ее двигаю, сижу туда-сюда. Он стоит на месте, блин. Ты че, блин? Я просто ее сижу, драчу мышку, он, короче, не двигается. Что происходит?
О! Нифига, так можно было? Просто рандомно крутится эта пушка. Я мышку на милипиську трогаю, но пушка просто вниз-вверх, блин. Слава богу, засейвился. О, так, как мне тут подпрыгнуть-то вообще? Что происходит? Я вообще ничего не двигаю. Что, физика? Математика? Что это? Блять, какая кривая хуйня, блин, а! Это игра, блин! Даже не двигал мышку, я даже ее не двигал, а он махнул так, как будто я вот так вот, на, блин! Так, ребят, давайте в этот раз пройдем этот камень долбанный, что у меня не получается-то с ним, а? Тихо. Так, сейчас, погодите, ребят, сложный момент тут. Я помню, что тут нужно просто, но тут иначе никак. Я беру молоток. Ну, блядь, он просто съезжает. Эта тварь просто съезжает. Да, блин, ну это капец какой-то. Что за воп? Нахрен он так делает, блин? Воп, тварь, а? Он сам делает воп. Бля, он просто падает, тварь, и все. Какой он ляп, блин. Вот в эту игру поиграйте, блин. Он ляп. Такая казуальная херня, блин. Фу. Да, блядь, мудак. Ну зачем ты... Вот, ну просто... Захалди, у тебя такие мышцы. Почему ты двигаешь свою же залупу-то? Просто захалди. Просто подержи. Так, до пакли дошли. Вот мы в прошлый раз до сюда доходили и упали с этой пакли. Ах ты скример, блин. Я до сюда не доходил, ребят. Блин, мне нравится, что в этом месте вот здесь вот вроде никуда не упадешь. Как тут запрыгнуть, интересно? Я помню, что на спидране тут момент просто как будто, ну, пролистывался. Как будто тут просто что-то раз и все. Да что ж такое-то? Подожди, блин, что ж такое-то? Ну-ка. Я не удивлен, что тут упасть нельзя. Видимо, это реально для новичков. То есть для задротов, наверное, этот прыжок легко проходит, а для новичков тут это, да. Хуяк! Да блин, вот почему я там не прыгаю так, как я прыгаю там? Как-то случайно у меня больше получается. Сука! Да что ж такое-то? Да блин, ну почему он так делает? Ну я не жму ничего, мужики, ну честное слово, я просто вот так вот палку держу, он почему сам ее еще... Еще раз. Ну ничего, это интересно. Тут благодаря тому, что мы вниз не падаем, хотя бы, ну, типа, не нервно. А если бы я вниз падал, прикиньте, тут бы вниз падал каждый раз. Охренеть. О! Блять, ну это управление, а. Ну как вообще? То есть я веду мышку вниз, он его берет и вот так вот. Ну, сука, да как ты так сделал, блин? Я не понял, как я запрыгнул. Но мне кажется, просто практика. Я просто лучше прыгать стал. Скорее всего. Почему вода вся в котле не расплескалась? А, ну как ты думаешь, человек, который вот так вот забирается на гору, насколько сильно он потеет? Во, все, изи. Пошла нахер шляпа. Бля, вы что, серьезно? Я что, туда запрыгнуть должен, что ли? Я никогда туда не запрыгну. А куда я упаду, ебать? Куда я упаду там? Вообще, там что за щель? Куда я упаду? Я никогда не запрыгну здесь. Вы что, гоните? Я так высоко еще не умею прыгать. Хотя... А-а-а-а-а!
Ой, господи, как же тут жалился разработчик. Я думал, там это все нормально, чат. Все, так это вообще изи тогда, лол. Вот это что происходит, я не знаю. Вот, блин, прям вот мышку отпускать буду, я не знаю, потому что не понимаю, он иногда как-то. Или наоборот, ее как-то контролить надо. Я до сих пор не научился, не понял, к чему это. Так. О! Что это такое? Сука! Ну конечно, ничего хорошего. Козел. Ща. Москва не сразу строилась, ребят. Мужик в котле не сразу запрыгивал. И вообще, учитывая, какие у него сильные руки, я думаю, накачал их именно этим способом. Просто очень много и долго сидел в этой херне с молотком. Ча, тихо, упражнение, ребят. Грудные надо растянуть. Растянул грудные, ребят, сразу запрыгнул. О, идти, так тут еще не конец. Тут еще куда-то залетать надо. Охренеть, тут, блин, подожди, тут еще такой же прыжок. Вот, я само собой получается лучше, чем если я стараюсь. Подожди, а что справа? А, здесь не пройти, да? Ладно. И дальше, блин, ребята, мы будем падать. Но чуть-чуть. Есть. Тихо. Вторая попытка. Бля, ручки потеют, ребят. Так не хочется вниз. Так, сука, вниз не хочется. О, хорошо. Есть. Дальше куда? Ебать, там расстояние. Ты чё, чел, как я до туда долечу? Хотя, вроде. Есть. Не, налево даже не смотрите, туда мы не попадем, ребят. Так, ребят, я знаю, что на ведре вроде как можно раскачаться, и также можно от него отпрыгнуть. Но если на ведре раскачиваться, мы можем попасть на змейку. Откуда ты знаешь? Ну, я видел спидран раньше, ребят. Я же сказал сразу. Я игру не играл, но видел спидран. Змею не буду трогать, ребят. Сами мою змею потрогайте. Я знаю, что это. Что это змея делает. А, вот так вот можно. Блин. Ой, девочки, я прям в шоке. Do not ride the snake написано, видите? Давайте я молотком ей въебу просто. Сейчас. На, сука. Все, уходим. Что делает змея? Да просто змея. Вы никак... На этом стриме вы не узнаете, что делает змея, поэтому можете смело гуглить эти. Просто гуглите, смотрите, что она делает. Блин, сычье ведро, а? Как тебе подобраться? Насколько я знаю, после ведра вроде ничего сложного больше не будет. Вроде просто, ну, типа, если я прыгну вот наверху, то больше сложного ничего не будет. Но я не уверен. Мне кажется так. Во. Это что за... Да как я вообще это должен сделать? Я когда начинаю раскачиваться, съезжает эта штука, вы видите? А если она съедет, то я упаду на змею, возможно.
А может быть, надо смелее, может быть, она не съедет никогда. Нет, блядь, смелее не надо. Нет, не надо смелее, не надо смелее. Все правильно я делал. Все правильно я делал, не надо смелее, все нормально. О, прям по центру. И что делать дальше? Я сейчас поставлю себя в ведро. Ебать, вот это эквилибристика просто, посмотрите. Сука. Сядь в ведро просто, чел. Ты ж в котле сидел, тебе ж привычно должно быть. А что дальше? Как раскачаться-то, чтобы это... Не, я не допрыгну до ведра, точно. Я знаю, докуда я допрыгну, блядь, но туда я не хочу. Блин, ну это нихера не по центру, блин. Надо лучше зацепиться кого-то. Кекс, вот полторашка. Пройди уже, Ик. Бля, я думал пивка полторашка. Блин, а это рублей всего. Спасибо большое, Тон, спасибо огромное. Очень тебе благодарен. Блин, ну хорошо, ладно, все, готов? Все, смотри. До этого я угорал, действительно, меня раскусили. Вот, смотри. Видишь, вот отсюда ты не достаешь. Поэтому ближе надо подойти, вот так вот раз, зацепиться. И все, и наверх запрыгиваем. Вот так вот делай в будущем. Сейчас ведро подожди, пока снять. Не, не достаю до ведра молотком. Стой, ведро, стой. Не двигайся, не бань в чате людей. Становись. Потоком воздуха можно остановить? Во, сейчас вроде хорошо. Оху-ху-ху. Нахер вашу змею. А дальше-то куда? Дальше, наверное, наверх, вот сюда, а потом направо. Блять! Недолго музыка играла, блин. Нормально, практика, практика к спидрану, ребят. Ни хрена, как я запрыгнул. Даже так я запрыгнул. Едите, я жесткий. Бля, вы что, серьезно? Вы думаете, я допрыгну сразу направо? Я не верю, нет, я не верю. Вы в спидране это увидели, мне кажется, где-то. Мне кажется, мне вот сюда надо залезть. Вот сюда вот. И потом направо. Но что-то слишком далеко. Спокойно. Я как будто чувствую змею у себя в жопе каждый раз. Так, как здесь, ребят? Здесь, ну, как мы видим, вроде как просто снег. Это чё, ебать, вертикальная стена, что ли? Это что? Пожалуйста! Спокойно, спокойно, не обосраться, не обосраться. На меня смотрит вся страна. За что тут вообще зацепиться-то можно? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что творишь? А-а-а! Я так не хочу туда падать. Блять, нет! Не делай так! Почему это так сложно? Почему это место кажется таким сложным?
Неужели все это напрасно? Неужели я упаду вниз? Нет! Не сегодня, не сейчас. Сегодня я пройду, сегодня я победитель. Наверное. Уверен в себе, 100%, наверное. На! И еще! На! Нет! Из раза в раз. У меня не получалось. Но я шел. Ну как шел? Сидел в котле к своей цели. И вот оно! Зацеп за зацепом! Встал! Не надо, пожалуйста, просто не делай так. Пусть у меня не сразу получается, но вот так вот не делай, молю, игра. Пожалуйста, не надо, я не вытерплю это. Здесь чисто пот, здесь на победку. Здесь сотворяется история. Здесь исполняются мечты. Здесь мужики в котлах без ног забираются на самую высокую гору. Без всяких приколов. Да не... Ебаклак, не отталкивайся, отцепляйся. Ты что, не понимаешь, что ли? Ты ровно наоборот делаешь что-то. Я часть молотка. Я часть котла. Я часть мочи в этом котле. И я сейчас... Тихо. Ага. Ага. Нет. Нет, блядь, не надо, пожалуйста. Но почему ты так делаешь, мужик? В котле. Там наверху ноги, там наверху ноги, поверь мне просто. Давай вместе это сделаем. Просто захоти вверх, так же, как и я хочу. Мудак ебучий, извините за мат. Сука, чтоб там не было ног, чтоб там еще один котел, который тебе на башку потом прикрутит. Чтоб ты был, мужик, в двойном котле, блин. Давай, сука, давай, сука. Стрим с позитивом, ребят, всем привет. Да? Есть! Есть! На жопу хоть... Нет, ладно. О! Все, братан, для тебя за полторашку, говоришь, пройди игру, хватит актерить. Все, ребят. Легко. Отлично. Мы это прошли, ребят. Как же я не хотел еще крутить это кривое, блин, молотоподобное дерьмо, блин. Вот это вот... Все... Как-то крутится, блин. Есть.